На Украине нет никаких оснований для того, чтобы поддаваться панике. Об этом заявил на встрече с руководителями силовых ведомств президент Украины Петр Порошенко. По его словам, если события начнут развиваться вопреки мирному плану, то украинские вооруженные силы сегодня готовы и способны дать отпор. Премьер-министр Арсений Яценюк, занимающийся формированием нового правительства, предложил сохранить посты глав МВД и Министерства обороны за их нынешними руководителями, так определив для них первоочередную задачу. Первое – это национальная оборона и безопасность, и построение украинской армии, которая способна остановить российскую военную агрессию, которая способна защитить украинских граждан. Сейчас это задача номер один. Собственный корреспондент Евроньюс передает из Киева. Кандидатуру будущих министров, которых премьер Арсений Яценюк хотел бы видеть в новом правительстве, еще предстоит согласовать со всеми политическими силами. Какими бы они ни были, главным вызовом для новой украинской власти остается война. Именно она формирует приоритеты в экономике, обороне и социальной сфере. Ангелина Корякина, Евроньюс, Киев.